Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. В прошлой программе мы начали одну из самых мистических экспедиций за всю историю проекта. Сзади меня фантастическая горная система Каракорум. А у меня под ногами находится место, где столкнулись тектонические плиты. Линии столкновения плит считаются местами чрезвычайной силы. Именно поэтому здесь нашли пристанище самые могущественные шаманы планеты, которые могут поразительно точно предсказывать будущее. Многие экспедиции пытались найти здесь мифический фонтан бессмертия и узнать, как местные жители сохраняют свое здоровье до 120 и более лет. Мой дедушка жил 135 лет, бабушка до 130 дожила. Самое высокогорное шоссе в мире или восьмое чудо света, как его здесь называют, привело нас в мистическую долину Хунза, где королевские форты до сих пор хранят страшные тайны. Власть короны пала всего 47 лет назад. И хоть дворцовые сокровищницы пусты, а на троне поместили музейную табличку, династии королей продолжают жить в этой долине. Потомков королей здесь в городе много. Да, потомки королей еще живы. Сегодня в программе мы узнаем, как сейчас живет династия правителей. Как вам принято обращаться, ваше величество или как? Какое наследство осталось у принцев? Это все с королевского двора? Да, все с тех времен. Кто создавал королевский золотой запас? Золото приходилось отдавать королю. Раньше нужно было платить налог. Как сегодня живут охотники за самым желанным металлом? Вот это, конечно, экстримчик. Вода на пятую точку. И правда ли, что посреди этих вершин есть по-настоящему золотые горы? Начинается золотая лихорадка. Путешественники, которые проходили здесь по шелковому пути, говорили о том, что золото буквально лежит на берегах рек. Этот регион называется Гилгит-Балтистан. Горы на самом севере страны. Здесь находятся древние и таинственные места силы, которые, как верят местные жители, дают шаманам возможность видеть будущее. А простым людям – здоровье и долгую жизнь. Но особенную ценность или даже бесценность этой земли используют группы кочевников, которые уже много поколений живут только за счет одной особенности этого региона – огромных запасов золота. Можно сказать в прямом смысле, что эта земля золотая. Сегодня в этом районе около 200 месторождений золота. Мы подъезжаем к лагерю золотоискателей. Вон стоят палатки. Это не групповой выезд на кемпинг и не палаточный городок. Это, можно сказать, личный небольшой передвижной город одной семьи, который она размещает там, где находит золото. Ассаляму алейкум. Меня зовут Дмитрий. Аман, Бахир, Усарек, Усман, Шабдир, Имран, Фармасхан, Ханза, Ахман. Ахман, малыши. Муджиб, Лафи, Хапис. Хапис. Сразу видно, что вы северные люди. Смотрите, я в пуховке, в шапке, а парень в рубашечке. Прохладно, конечно, но еще не холодно. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас минус 4, а здесь люди в пиджачке, в рубашечке. Мы уже привыкли к таким температурам. Судя по тому, Имран, что вы на все вопросы отвечаете, вы тут главный? У вас есть иерархия или у вас главного нет, все главные? У нас главный тот, кто самый старший по возрасту. А, вы просто самый болтливый, я понял. А самый главный вы? Да. Фармасхан, а сколько вам лет, если не секрет? 75. Сколько лет вы уже занимаетесь добычей золота? С детства, но он уже 2 года не работает. А здесь все с детства начинают работать? Вот ребята уже помогают добывать золото? Эти еще нет. Лет с 12 начинают работать. Вон как эти парни. Ребята, привет. Ассаляму алейкум. Обычно мы работаем 6 дней в неделю. С 9 утра до 3 часов дня моем золото. Все, что удалось собрать за неделю, мы везем в город Гилгит. И там продаем скупщикам золота на рынке по 8000 рупий за грамм. Не пойму, где мерседесы, где вертолеты частные, люди, которые золото добывают. Вы же, наверное, очень богатые, так все думают. Золотоискатель, значит, богатый человек. Какой там мерседес? Я едва смог купить тук-тук. Сегодня мы выясним, какая же на самом деле золотая жизнь этих людей.
Для этого я на день стану полноценным членом команды добытчиков дорогого и самого желанного металла в мире. Давай, пока все готовятся, я покажу тебе лагерь. Все собрались погреть руки. А вот вся эта палатка, печка-буржуйка, это все очень мобильно, я так понимаю, легко поднять, разобрать и перевести в другое место. Да, именно так. Мы не останавливаемся на одном месте дольше, чем на месяц. Здесь все сделано просто. Я очень надеюсь, что сегодня, а вдруг нам повезет, и мы найдем какой-нибудь особенный золотой слиток. Вот наверняка же каждый из вас мечтает однажды найти не песчинку, а целый кусок золота. Это все в руках Аллаха. Может, он даст тебе камень на 10 тысяч, а может и на миллион. Я всегда ношу с собой золото на удачу. Это золото я собрал за 3 дня. Оно стоит больше 40 тысяч рупий. Можно посмотреть? Вот, друзья, смотрите, 3 кусочка золота. Вот так оно выглядит вместе с золотодобычей. Совсем не так, как мы видим на витринах магазинов ювелирных. Это чуть меньше $300. Неплохая добыча, да? Да, для нас это хорошие деньги. Вот так вот, друзья. У большинства людей на планете в кошельках лежат банкноты, а у людей, которые живут здесь, лежит золото в мешочках. У вас хочется спросить, как у старейшины, самый большой кусок золота в вашей жизни? Когда нашли кусок на 40 граммов. 40 граммов? Да, это примерно такой кусок. Вот такой? Да, 40 граммов в одном куске. Это 2 штуки баксов. Наверняка же тут ходят легенды. Ваши дедушки, прадедушки тоже добывали золото в этих местах. Вот самая-самая большая добыча. Про размеры не знаем, но когда-то можно было получить большой участок земли. Но остальное золото приходилось отдавать королю. Раньше нужно было платить налог. Мешочки заносили прямо, да? Ну, не совсем. Каждый должен был отдавать по 20-30 граммов. Вот он, источник королевского богатства в те времена. Вы, золотоискатели, вас здесь тысячи, и каждый из вас по 20-30 граммов отдавал. Теперь я разобрался, почему короли здесь были богатыми. Но сейчас же, вот сегодня проще уже, не нужно королям откат давать. Нет, сейчас все, что нашел, твое. Это помогает не терять надежду, что одна удачная находка может навсегда изменить жизнь этих людей и сделает их сказочно богатыми. А такая вероятность есть всегда. Ведь 40-граммовый самородок – это далеко не предел. Самый большой в мире золотой самородок весил около 70 килограммов. А нашли его 3 австралийца в 1869 году, которые наткнулись на золотой самородок, вытаскивая свою повозку из грязи. За это золотой камень даже получил имя – «Желанный незнакомец». Сегодня такой кусочек стоил бы 4 миллиона долларов. Мне просто не верится. Я как будто бы стал героем какого-то приключенческого фильма о древних временах, когда люди добывали золото в реках. Группа золотодобытчиков собирается у входа в лагерь. На работу идут только мужчины и мальчики. Мне сказали переодеться, потому что, во-первых, испачкаюсь гарантированно, во-вторых, промок. Поэтому я надену другую курточку и сапоги резиновые. Так, ну что, готов к работе? Место с золотом немного дальше от лагеря. Пешком туда больше 20 минут. Но если поедем на машине, будет 2-3 минуты. Все в кузов влезете? Давайте, забирайтесь. За разговорами мы немного задержались и уже опаздываем на работу. Попробуем наверстать это время за счет большой машины. Мой сегодняшний бригадир показывает дорогу к их главному сокровищу – к местной золотой жиле. Вот, друзья, мы приехали в место добычи. Боже, какая красота! Нереальная просто. Нам предстоит спуститься вниз. Здесь, по такому крутому склону. Вау! И, судя по тому, что уже коллеги готовят плот, переправляться на другую сторону. Аккуратно, Саша. Аккуратно. Ого, склончик. Ого, склончик. Ох. За золотом путь непростой всегда. Богатства достаются нелегко. Ого, что я вижу. Какой плот экстремальный, а? Плот, сделанный из нескольких палок и автомобильных камер. Он выдерживает максимум 4 человека.
Вот, друзья, видите, группами работники отправляются на другой берег. Посмотрите на этот плот, друзья. Самодельный, сбитый гвоздями. Примотано что-то изолентой, что-то веревкой. Ступай только по дереву. Высшая степень безопасности. Наступать можно только на деревянные части. Вот, друзья, отправляемся мы, наш переводчик Хамза и лодочник. Я, честно говоря, учитывая течение и глубину здесь, и температуру воды, чувствую себя немножко неуверенно. Было, что переворачивались? Пока не было такого. Не хотелось бы стать первым работником, который не справился с этим незамысловатым судном. Вот это, конечно, экстримчик. Вода на пятую точку. О, вот так вот прибыли на другой берег. Трансфер прошел успешно. Это, друзья, наверное, одна из самых необычных водных прогулок в моей жизни. И он поехал за следующей группой, которая на другом берегу. Так небольшими группами вся бригада перебирается через горную реку. Лодку паркуют и приступают к работе. Пойдем, нам туда. Каждый день этих людей проходит с надеждой на то, что а вдруг попадется не песчинка, а целый слиток золота. И тогда вся семья разбогатеет. Несколько минут мы идем по каменному берегу и внезапно останавливаемся. Бригадир указывает на несколько мест вокруг, и команда начинает готовить инструменты. Лично на мой взгляд, эти точки ну ничем не отличаются от всего остального побережья. Но глаз этих людей наметан. Они добывают тут золото столетиями, и чуйка работает отлично. Вот, будем искать здесь. А как вы определили место, что здесь может быть золото? Это все опыт. Мы уже чувствуем, где есть золото. Присоединяйся к ребятам возле воды. Вот, видите, какие булыжники сбрасывают, мужики? Расскажите мне, в чем принцип? Что вы сейчас делаете? Мы убираем камни и под ними будем искать золото. Держи, этим будет удобнее. Убрать камни, шаг номер один. Чтобы добыть золото, нужно расчистить берег от каменюк. Задача – добраться до песка, в котором должны быть золотые частички. И кажется, что на пути к этому золотому песку мужчин не остановит ничего. Тут небольшой камушек, друзья, нам немножко мешает. Мы его хотим сбросить. Вот это мужская работа настоящая. Размер каменюки не имеет значения. Если она мешает, ее уберут. Друзья, не поверите, что я делаю. Добываю золото. Отлично. Тут глубина, я смотрю, очень большая. Да, больше 12 метров глубина. Опа! О. А бывало такое, что кому-то прищемило ногу, руку? Пару раз бывало. Но если такой камень падает, он же просто ломает кости. Да, больше всего страдают руки и ноги. Но, к счастью, это бывает очень редко. Все, места расчищены. Готовьте оборудование. Вы мне расскажите, что есть что? Сейчас берем вот эти мешки и носим сюда песок. Несколько точек есть. В них собирают песок, его просто просеивают, промывают и находят золото. Вот видите, друзья, такое деревянное коромысло. Дно обкладывают ковриками, чтобы в этих ковриках застревали мелкие тяжелые частички. Вот, собственно, это база. Чтобы разбогатеть, достаточно иметь вот такую конструкцию. А вот уже принесли песок. И дальше задача просто его промывать. Все очень просто. Песочек, камушки. Все это кладется на деревянную сетку и промывается водой. Таким образом, крупные камни остаются сверху. Мелкие проваливаются в щели и попадают на ковролин. Дальше течением их смывает. И только в ворсинках остаются самые-самые мелкие и тяжелые частички. И среди них, если повезет, будет и золото. Вот видите, ребята уже подносят одну за одной новые порции песка и становятся в очередь. Мужики, а как распределяется прибыль? Вот вы носите песок, он промывает. Кто больше зарабатывает?
Мы все делим поровну между теми, кто работает. Ни у кого нету большей или меньшей доли. Давай и ты уже поработаешь. Ну давайте, шеф, я слушаюсь, повинуюсь. Надевай мешок. Надеваем мешок. Руку вот сюда. Рука сюда. Готово. Собирай в него песок вот здесь и носи на промывку. То есть нужно просто весь песок собирать, да? Да, наполняй им мешок. А, вот так вот. Раз, два, три. Очень просто все. Просто собирать песок. И что, прям в этом песке может быть золото, да? Конечно. Получается, что у вас люди в прямом смысле ходят по золоту ногами. Золотая земля долины Хунза. Так можно назвать или фильм, или книгу. Это правда. У нас очень богатая земля. Здесь еще много ценных минералов. Вот, например, камень Хакик в моем перстне. Он из этих гор. Говорят, он очень полезный для мужской силы. Для мужской силы? У вас сколько детей? Пока только один. Один? Камень что-то не работает. Ладно, хватит болтать, давайте работать. Неси это к воде. Вот так вот. Несу мыть то, что собрал. Ничего хитрого. Собираешь песок и моешь, потому что весь песок практически здесь драгоценный. И в горной породе тоже много золота. Высыпаем. Промываем. А что вам еще удавалось найти, кроме золота? Еще мы собираем так называемый черный песок. В нем очень мелкие частички золота, которые мы не можем отделить. Его используют шаманы для светлых обрядов. Ничего себе! Слушайте, друзья, здесь сплошная мистика. Все рассказывают про то, что это земля шаманов. Оказывается, шаманы используют золотой песок для того, чтобы была удача. А вы продаете его шаманам? Да, его часто берут у нас. То есть шаманов здесь действительно много? Да, они наши основные покупатели черного песка. А вы верите вообще в силу шаманов долины Хунза? Да, верим. Мы тоже к ним обращаемся за помощью. Если не получается найти золото, мы едем к шаману и просим направить нас на золотую жилу. Вы, шаманы, вам помогали найти золотоносные жилы такие вот? Или берега, где много золота? Да, в местах, которые они подсказывали, мы и правда находили золото. Фантастика. У вас действительно какая-то чудесная земля. Земля чудес. Но чтобы добраться до золотых чудес долины Хунза, придется попотеть. Просто так даже здесь золотые самородки или песок на голову не свалятся. Как думаете, сколько тут уже золота у нас? Уже 1000-2-3 рупии насобирали. Видите, здесь не в граммах меряют, а в рупиях. Сколько рупий уже насобирали? Иду обратно к своему рабочему месту. Сапоги, кстати, не зря надел, потому что уже в воде приходится работать. Холодная такая вода, друзья. Реально видно, что вода идет с ледников. Работа действительно тяжелая. Представьте, у вас нет дома. Вы живете в палатке, моете берег. И когда золото заканчивается, просто ищете другую точку, переставляете палаточный городок и строите новый лагерь. И продолжаете мыть и мыть песок каждый день. Из года в год, десятилетиями, всю жизнь, из поколения в поколение. Звучит, конечно, красиво, золотодобытчик, но на самом деле эти люди живут очень скромно, вы это видели. И золото мы добываем не круглый год. Зимой максимум до 10 декабря. А потом, когда новый сезон начинается? В апреле. А за что же вы живете вот эти несколько месяцев зимних? Работаем на стройке в Гилгите. Но там, конечно, совсем не те заработки. На стройке нам платят по 500-700 рупий в день. А здесь, к примеру, в прошлом месяце мы заработали 100 тысяч рупий на троих. $240 на человека в итоге за прошлый месяц заработали эти люди. Есть, понесли. Осторожно, не упади в воду. Да не бойся ты за меня. Я искупаюсь немножко, ничего страшного. Мне сказали, у вас вода тоже волшебная. Искупаюсь, буду жить 130 лет. Это правда. У нас люди очень долго живут. Мой дедушка жил 135 лет. Он недавно умер. 135 лет?
Да, его здесь все знали. Так а в чем феномен? Почему так? Все потому, что он ел только домашнюю натуральную еду. Овощи, яйца, куриное мясо. И он не добавлял туда никаких приправ. На самом деле сюда уже приезжали ученые со всего мира в долину Хунза, чтобы пытаться раскрыть секрет долголетия. Сейчас, конечно, с приходом цивилизации продолжительность жизни уменьшилась. И не так много людей, которым 100 лет. Но они есть, эти люди. А раньше, говорят, дожить до 120, до 130 – это была норма. Тут целые легенды ходят про долгожителей. И это просто фантастика. Мы тоже попытаемся разгадать эту тайну. Но пока я хочу узнать, есть ли здесь золото. Поэтому работать, работать и еще раз работать. А сколько тебе лет? 16. Давно ты занимаешься золотом? С 8 лет. И какой твой самый большой камень, твоя самая драгоценная находка за 8 лет работы? Где-то вот такой кусок золота. Вот такой? Да, его продали за 12 тысяч рупий. Слушай, а какая твоя мечта? Найти вот такой кусок золота. Например, тебе сегодня повезло, и мы находим такой кусок золота. Ты продаешь его за 3 миллиона. Что купишь себе первым делом? Куплю 100 соток земли, буду там овощи выращивать. А машину не хочешь? Тоже хочу. Это нужно тогда 2 слитка найти, да? Да. А у вас какая мечта? Я бы пошел учиться. Учиться? О, вот это шикарная мечта. На кого будешь учиться, если найдешь килограмм золота? Буду учить английский, математику, вообще все предметы. А большинство из вас учились в школе или нет? В лучшем случае до 6 класса. Вся жизнь этой общины крутится только вокруг золота. Как только дети достигают возраста, когда физически уже могут работать, они присоединяются к золотодобыче вместе с родителями. Палаточные поселения обычно ставят подальше от городов, поэтому в школу дети, как правило, не ходят. С детства они работают и мечтают однажды найти свое богатство в этой земле, пропитанной золотом и окутанной легендами. Тогда уже всех спрошу, а ваша мечта какая? Если находите килограмм золота, что хотите? Купить землю и построить там дом. И уже золотом не заниматься? Нет. Молодой человек, ваша мечта? Тоже купить себе дом и самолет. И самолет? Я уже устал по земле ездить. Хочу по воздуху летать. Слушайте, ребята, на самом деле это круто, потому что если не мечтать, то никогда ничего не будет. Любое действие начинается с мечты, любой результат начинается с мечты. Поэтому не сдавайся, мечтай, возможно, у тебя будет самолет в будущем. А почему нет? Все возможно. Да, так и будет. А вас не спросили, ваша мечта какая? Куплю земли, построю там красивый дом и еще одну красивую жену туда приведу. А у тебя же есть жена, ты говоришь. Так еще одна будет. Ну, ислам же позволяет 4 жены. Да, 4 вообще отлично будет. Господи, твоя жена увидит программу, обидится. Да нет, она не будет ругаться, если я еще 3 женюсь. Понятно, то есть, ну, я думаю, для твоих желаний килограмма золота мало. Нужно килограммов 5 найти. Это правда. Для 4 жен нужно минимум 5 килограммов золота. Если бы я был султан, я бы имел 3 жен. Друзья, это песня про Пакистан. Но здесь даже не 3 жены люди хотят, а 4, потому что ислам разрешает 4 жены. Аллах не против. И если ты можешь обеспечить всех жен поровну, то можешь иметь 4 жены. Ну, что вам сказать? У нас, конечно, такая традиция не приветствуется. Если я вам сейчас скажу, что класс, хорошая у вас мечта, моя жена меня убьет просто. Поэтому скажу, пускай ваша мечта сбывается, и пусть у вас все будет хорошо. Давайте. Идемте работать дальше. Друзья, следующий этап работы. Испытаю тоже на себе. Вот. Промываем просто. Тащите песок еще. Вы такие уже булыжники притащили, что вообще? Куда такое годится? Так вот, семьи золотодобытчиков потихоньку, полигоньку промывают берег десятки километров. На сегодня хватит песок мыть. Давай смотреть, что там в коврах насобиралось. Так это самое интересное, друзья. Магический процесс извлечения золота из этого корыта, покрытого ковролином. Наполняют эту деревянную емкость водой и промывают коврики.
Сейчас все золото из ковров осядет в этой воде. А бывает такое, что вы работали целый день, промываете ковры, а золота нет? Нет, у нас уже достаточно опыта, поэтому совсем без добычи мы не останемся. Здесь каждые 2-3 километра есть места с золотом. Тут получается все побережье золотое. Это правда. Исследования показывают, что золото здесь чаще всего находят в горной породе. Ее частички постоянно несут горные реки. В местах с особенным рельефом маленькие золотые песчинки задерживаются и, смешиваясь с песком, замедляют свое движение по руслу реки. Суть ремесла местных золотоискателей как раз и состоит в том, чтобы находить такие места, где золото не просто проплывает мимо, а упирается в природный барьер и останавливается, давая человеку шанс себя найти. Смывают. И потихоньку сейчас будут сливать воду. А вот видите, на дне собрался тот самый песок, в котором должно быть золото, и который называют золотым. Подождите, а золото, оно же может уплыть? Не волнуйся, золото тяжелое, оно просто так не уплывет. Так, ну что, теперь, друзья, пам-парарам! На этом этапе обычно уже становится видно, удачная ли была попытка и принес ли день работы хоть какие-то плоды. Или сегодня удача от золотоискателей отвернулась. Вся жизнь этих людей – лотерея. Я вижу золото, друзья! Друзья, реально, я вижу золото. Вот они, мелкие частички, отчетливо видны. И причем, ну, их так достаточно много, их десятки. Полно, на самом деле. То есть золото есть, друзья, гарантированно, круто. И действительно, вы видите, золото проваливается в самый низ, потому что это очень тяжелый металл. Смотрите, сколько золота, вау! Смотрите, друзья, фантастика. Тут реально десятки этих частичек, впечатляет. Ну что, моем до конца, посмотрим, сколько. Азартно. Дальше, друзья, это своего рода такой замедленный аналог центрифуги в стиральной машине. То есть он крутит водичку в перемешку с песком в этой тарелке деревянной, а внутри есть маленькое углубление. Золото, как самое тяжелое среди песчинок, оно уходит в самый низ, проваливается в тот момент, когда раскручиваешь тарелку. Видите, вот идет струйка, и все золото выходит наверх. Его все больше и больше. Это просто какое-то завораживающее зрелище. Можно долго смотреть, как течет вода, горит огонь, и появляется на глазах золото из ниоткуда, из песка. Да, друзья, не зря мне сегодня сказали переодеться. Я весь мокрый, грязный, и вечером холодает. Но у меня есть свой секрет. На первый взгляд, это обычная куртка, но это суперсовременные технологии. Она с подогревом. Специальные нагревательные элементы вшиты прямо в ткань. Они не боятся ни деформации, ни воды, а питаются от пауэрбанка. Чтобы согреться, достаточно взять батарею портативную, достать шнурок и подключить пауэрбанк. Кладем в карман, ну и все, куртка начинает греться. Мне тепло. Уже темнеет. Нужно возвращаться в лагерь. Ну что, друзья, здесь, в этом месте, рабочий день подошел к концу. Доверите мне миссию нести золотой запас в вашей фамильной золотой династии. Конечно, неси. Только осторожно. Давай я тогда понесу твой рюкзак. Ну ладно, хорошо. Там мои драгоценности, а у меня твои. У нас принято друг другу помогать. В конечном счете, метры перерытого берега, десятки перевернутых валунов и часы работы в холодной воде сводятся к этой небольшой горстке золотого песка. Если повезет, люди смогут выгодно продать добычу, прокормив за эти деньги всю свою огромную семью кочевников. Но перед этим нужно будет пройти еще один очень важный этап – отделить частички золота от песка. Главное золото не перевернуть. Не растерять все, что мы насобирали за целую смену. Ну что, шеф, отвезешь? Держите золото. Я забираюсь. Золото давай. Ну что, друзья, команда золото... Держи золото, главное. Хорошо, что я в резиновых этих сапогах. В них ничего не страшно. Команда золотоискателей, хотел сказать я, отправляется с добычей на берег и в лагерь. Мужики, вот
сегодня работали здесь. А завтра где будете работать? Еще немного поработаем на том же месте и пойдем дальше по берегу. Смотрите, то есть, в принципе, можно сказать, что весь этот берег, он золотой, да? От вон того камня до большого белого камня вон там. Это все золотой берег. Как определено было, что именно от камня до камня? Это место еще мой дедушка нашел. Понял, что здесь много золота, и поставил тот белый камень как ориентир. И сколько лет нужно, чтобы обработать весь этот участок? На глаз он так метров 700-800 длиной. Наши 9 семей обрабатывают его за 3 месяца. Но потом, когда летом здесь поднимается уровень воды, река на это место снова приносит золото. Сейчас зима, воды мало, и мы можем собирать это золото. А летом здесь воды по самую верхушку этой горы камней. Ого, то есть вот до туда уровень, да? Да, в июне и июле это все под водой находится. А вот так, то есть получается, река каждый год приносит золото, и оно здесь останавливается? Да, оседает в песке под камнями. Наверняка же есть физическая причина, почему тут золото есть, начиная от белого камня, а до него золота нет. Наверное, ты прав, потому что именно на этой линии, между двумя поворотами реки, мы находим больше всего золота в этом регионе. Я не могу точно сказать, почему оно собирается именно здесь. Но так происходит уже многие годы. И даже на этом месте, где мы стоим, тоже есть золото. У нас под ногами прямо, да? Да. Мы здесь не копаем только потому, что сверху может начаться камнепад. Фантастика. Место, где золото само приходит с гор, и его нужно только собрать. Идемте посмотрим, что мы сегодня насобирали. Пойдем. По уже знакомой дороге возвращаемся в лагерь. Сегодня я смог помочь команде как минимум нашей экспедиционной машиной. Ведь обычно этот путь они проделывают пешком. После тяжелого рабочего дня. Мокрыми. В холоде и полной темноте. Приехали. Заходи в палатку. Опа! Тепло! Ха-ха! Хорошо. Сначала погреться, да? Нужно отогреть руки. Вот так, друзья, золотодобытчики возвращаются после рабочей смены в лагерь и греются прежде всего. Ну что, приступаем к процессу самому важному. Посмотрим, сколько золотишка мы собрали сегодня. Да, давай. Он открывает баночку и выливает ртуть, шарики ртути. И ртуть, вы знаете, называют живым серебром за ее способность скатываться в шарики. Испокон веков, уже многие столетия, тысячелетия для того, чтобы извлечь из песка золото, используют именно ртуть. Это та самая ртуть, которую мы видим, когда, не дай бог, разбиваем градусник и потом судорожно собираем эти шарики, скатываем их, потому что знаем, что ртуть – это вредно. А вы знаете, что ртуть – это вредно? Да, мы знаем. Но без нее собрать чистое золото у нас не получится. Хватит, хватит. Этого будет достаточно. Что сейчас происходит, все очень просто. То есть он перемешивает, как тесто, песок, золото и ртуть. Ртуть, когда встречается с золотом, она его вбирает в себя абсолютно все частички золота, которые встречает на своем пути. Получается такая смесь, которую называют амальгама. Это смесь ртути и золота. Другим способом ты просто никак не отделишь песок от этих микропесчинок золота. А где вы берете ртуть? Разбиваете градусники? Нет, покупаем на рынке. Ставь сюда. То есть черный песок – это то, что вы потом отдадите шаманам? Да. В этом песке тоже есть микрочастицы золота. Но они настолько маленькие, что даже с помощью ртути их невозможно отделить. Поэтому такой песок чаще всего используется именно для ритуалов. То есть он высыхает, его забирают шаманы. И что они с ним делают? Они говорят, что если у тебя есть черный песок, никто тебе не сможет сделать зла. Да? То есть это как амулет, талисман? Да, есть такой обычай. Нужно черным песком посыпать в каждом углу своего дома. И тогда все плохое будет обходить твой дом стороной. А подскажите мне, где искать самых крутых шаманов? Самых знающих, самых опытных? Говорят, что самые сильные в долине Чапрот. Интересно. Я к вам попал совсем не зря. Во-первых, увидел, как золото добывается. Во-вторых, узнал, где шаманов искать. Каждым годом действительно сильных шаманов в долине становится все меньше и меньше. И без помощи местных их никак не найти. Но с золотоискателями они не теряют связь, чтобы покупать необходимый для ритуалов золотой песок. Это и есть наша ниточка в поиске предсказателей.
А тем временем наш рулевой команды Имран приступает к финальному этапу добычи – разделению ртути и собранного в ней золота. Вот видите, ватку вместе с ртутью просто кладут на угли. Она должна разогреться. А вы понимаете, что мы сейчас испаряем ртуть и все дышим ее парами? Да, я стараюсь дуть в сторону дымохода, чтобы испарения быстрее уходили. Но тем не менее, ваш дедушка, который прожил больше 130 лет, он же тоже этим занимался, да? Да, он тоже был золотоискателем. Вот так, друзья. Мужчина занимался такой же работой, контактировал с ртутью каждый день, с ее испарениями, и прожил больше 130 лет. Какая-то магия тут есть в этом регионе. Вот уже кусочек виден. Ртуть выпарилась, и остался желтенький кусочек золота. Достаточно такой большой. Результат нашей работы за сегодняшний день. Сколько это, полграмма? Сейчас взвесим и узнаем. Вот видите, здесь даже весами пользуются не электронными, а вот такими старыми, настоящими. Держите. Половина грамма. Полграмма, я угадал. Это на 4000 рупий потянет. Сколько нас человек работало сегодня? 6-7 человек. Давайте делить 6-7 человек. 4000 рупий. Сколько получается? По 500 рупий. Давайте мои 500. Все это золото твое. Все мое? Я не могу все взять. Слушайте, я знаю, как вы тяжело работаете. Спасибо большое за то, что предложили подарить. Но я куплю это. Потому что с моей стороны будет, ну, очень неправильно и несправедливо принять этот подарок просто так. Хорошо, по рукам. Друзья, я в Пакистане совершил первую сделку с драгоценными металлами. 4000, не торгуюсь, покупаю полграмма золота. С тобой приятно иметь дело. Друзья, мое золото. Мне хочется спросить самого опытного и мудрого, вашего наставника, что вы думаете о том, что младшее поколение уже хочет заниматься другой работой и не хочет добывать золото? Мы и сами не хотим для них такой жизни. В холоде и тяжелой работе у нас просто нет другого способа прокормить свои семьи. То есть, получается, вы золотоискатели по нужде, потому что нет другой работы и просто для того, чтобы на хлеб хватило. Да, только из-за этого. Мы хотим, чтобы наши дети могли ходить в школу и жить в городе. Но у нас нет возможности это обеспечить. И мы не знаем, когда она появится. Молодой человек, а вас как зовут? Нашарван. А вам сколько лет? 12. Вы работаете со скольки лет? С 8. Вы не учитесь нигде? Нет, но хотел бы. У нас все хотят учиться, но нет возможности. Без образования мы не сможем найти нормальную работу в городе. Добывать золото – это все, что мы умеем, поэтому и приходится так жить. Мы не получаем удовольствия от этой работы. У нас просто нет другого выбора. Жизнь на золотых жилах оказалась совсем не такой, какой ее себе представляют многие. Чтобы добывать драгоценный металл, эти люди жертвуют буквально всем. Постоянным домом, комфортом, уютом, здоровьем и даже будущим своих детей. Остается только надеяться, что у мужчин все-таки получится найти достаточно большие самородки, чтобы воплотить в реальность свои мечты. Пришло время прощаться, но я не могу уйти без подарков. Это очень теплое одеяло. У вас холодные места, сделано вручную. Верховина, Карпаты, передает специально вам в Пакистан. Варежки. Это все для вашей команды, для вашей семьи. Вот, вот, шукрия. Погоди, возьми теперь от нас подарок. Черный песок. Я думаю, что это знак, друзья. Если я возьму здесь черный песок, который предпочитают брать в этих местах шаманы, то этот песок поможет нам найти самого лучшего шамана. Я очень верю в это и надеюсь, что у нас получится. Тем более подсказки уже есть. Долина Чапрот. Пусть приносит тебе удачу. Спасибо, спасибо. Вот больше крия. Во времена правления королей шаманы были правой рукой правителей, потому что имели дар практически безошибочно предсказывать будущее.
Именно шаманы могли определить исход битвы еще до ее начала. Увидеть предателей короля и подсказать, какая сделка окажется выгодной. Здесь за каждым великим правителем стояла не мудрая женщина, как принято у нас говорить, а сильный шаман. Нам удалось найти членов последней династии королей, которые знают о способностях местных шаманов не понаслышке. Друзья, мы с вами направляемся в высокогорный поселок Винопин. Мы едем встречаться, без преувеличения, с потомками королей, с княжеской династией. И вы никогда не догадаетесь, где состоится эта встреча. Добро пожаловать в отель! Да, друзья, мы приехали в обычный туристический гестхаус, а не в какой-нибудь форт или древний королевский дворец. В таком красивенном месте отель. Потомкам королей тоже нужно как-то выживать, строить бизнес. И сегодня здесь самый популярный бизнес – это прием альпинистов и туристов. Ну что, познакомимся с королевской династией? Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Меня зовут Дмитрий, вас как? Меня зовут Исрар Хусейн. Добро пожаловать в Ошута. Вы действительно прямой потомок правителей Хунзы? Да. Моя мама была принцессой до 1972 года. Вот она на фото. Итак, ваша мама принцесса. Очень красивая у вас мама. Спасибо. Она была дочерью Майбук Али Хана. Он управлял здесь, в Нагаре. Сейчас покажу. Вот он. А это дедушка моей мамы, то есть мой прадед. Он был королем. Вот, родство подтверждено. Прямой потомок королевской семьи. Очень приятно. Как к вам принято обращаться? Ваше Величество или как? Обычно меня называют просто по имени, но относятся с уважением. Иногда добавляя к имени такие слова, как «кака» или «баба». После падения монархии Кака Исрар живет уже не во дворце, а в обычном доме. И на жизнь зарабатывает, не собирая дань с жителей княжества, а сдавая комнаты в простом гестхаусе для путешественников. Вид просто, ну, космический, завораживающий. Посмотрите, друзья, горы прямо нависают над нами. Шаманы говорят, что в этих горах живут духи, с которыми они могут связываться. А шаманы сохранились по сей день? Существуют ли они сегодня? Да, есть шаманы. Вы верите в силу шаманов? Конечно, верю. И в то, что они могут узнавать у духов информацию. Шаманы рассказывали моей маме, что наш королевский род появился в результате союза духа и человека. Слушайте, как интересно. Насколько почитали шаманов в королевские времена? Вот ваш прадедушка, дедушка, обращались ли они к шаманам за помощью? Советовались ли перед принятием важных для своего королевства решений? Да, конечно, советовались. Не только в давние времена, но и сейчас люди обращаются к шаманам, когда болеют, либо хотят защитить свои дома специальным ритуалом. У каждой королевской семьи был свой шаман. И его силу называли одним из самых ценных богатств правителя. Но и людям без сверхъестественных сил при дворе хватало работы. Мама рассказывала, что у нее было 8-9 девушек-прислуг, которые везде следовали за ней, на прогулку, в туалет. Перед сном делали ей массаж тела и головы. Давайте пофантазируем и представим, что в 70-е годы ничего не поменялось. И королевство осталось. Кем бы вы тогда были сегодня? У меня было бы много владений и дворец. Точно не такой маленький гестхаус и простой ресторанчик при нем. А стать королем у вас шансов не было бы? Может быть. Престол переходил младшему брату, если умирал старший, и у него не оставалось наследников. Тогда я могу похвастаться перед всеми нашими зрителями, что сегодня я взял интервью у человека, который вполне мог стать королем. Спасибо, Ваше Величество. То есть ваша семья действительно жила по-королевски. Сегодня это выражение употребляется в переносном смысле во всем мире. Вот. Но вы это успели прочувствовать в прямом смысле. Да, маму обучали езде на лошади, стрельбе из оружия. А моя бабушка играла на гитаре. Я ее помню, потому что она жила больше 100 лет. Ваша мама, принцесса, до скольки она дожила?
Моя мама из-за травмы прожила не так много, как могла бы. Всего 99 лет. А бабушка до 130 дожила. И я читал о том, что здесь что-то особенное присутствует, что позволяет людям жить долго. И столетние люди здесь не удивляют. Правда это или нет? Все это правда, но раньше долгожителей было больше, так как в нашем регионе очень чистый воздух, вода, органически чистые продукты. Сейчас я стараюсь также соблюдать эти правила и даже готовлю то, что ели мои предки. И я хочу попросить вас показать мне более наглядно секрет долгожительства в этом регионе. Давайте научимся готовить самое-самое популярное блюдо хунзы, королевское блюдо. Давайте. Возвращаемся в современную резиденцию королевского потомка. Я научу тебя готовить настоящее королевское блюдо. Уважаемый шеф-повар, здравствуйте. Как зовут? Балишах. Кифан Тусен. Рахман Али. Очень приятно. Это ваша команда? Да, это мои кормильцы. Я смотрю, у вас тут дресс-код обязательный. У вас все сотрудники практически ходят в головном уборе вот этом. Это наш традиционный головной убор. Называется паколь. Тебе тоже нужно надеть его. О! Теперь ты стопроцентный королевский повар. Никогда мама не жаловалась, когда ей уже пришлось готовить, что «Вот, сынок, как же было хорошо во времена королевства». Да, конечно, жаловались. Прислуги стало намного меньше, и часто готовить приходилось самой. Это было очень тяжелое время и финансово, потому что люди перестали делать подношения королевской семье. А за счет чего стали жить после того, как королевство исчезло? То есть приходилось уже заниматься каким-то бизнесом или хозяйством домашним? Или запасов хватало королевских? Первое время жили за счет правительственных дотаций. Кто-то пошел работать наемным сотрудником, кто-то начал заниматься бизнесом. То есть королевских потомков теперь можно встретить где угодно? Да, королевские потомки есть и в армии, и среди учителей, и поваров. Да где угодно. Королевский повар, ну что, приготовим что-нибудь королевское, друзья? Будем готовить гаркун. Это органическое мясо королевской семьи. Этот рецепт сохранился благодаря моей маме. Готовить мы будем в каменном горшке. Вау! Я такой же видел в форте. В Балтите точно такой же, только он там музейный экспонат, а у вас он на кухне. Вкус еды, приготовленный в таких каменных горшках, не сравнится с обычной посудой. Я так понимаю, это кастрюля из коллекции вашей мамы? Да, эту кастрюлю ей подарили на свадьбу. Ничего себе! Вот, друзья, смесь традиций и инноваций. Современная плитка газовая и древняя кастрюля из камня, в которой готовили еду для принцессы. И сегодня она используется на кухне в обычном недорогом отеле для путешественников. Так, нагреваем кастрюлю. А вот это мясо органическое, потому что мы пасем скот высоко в горах, где они едят чистую зелень. Дальше что добавляем? Масло грецкого ореха, мясо, дальше добавляем лук. Теперь имбирь и чеснок. Имбирь и чеснок, паста. А почему она зеленого цвета? Потому что наш местный чеснок имеет зеленый оттенок. Попробуем, друзья. Вот такая приправа королевская. Отлично просто. Действительно, чувствуется только имбирь и чеснок. А это что? Красный перец и соль. Наливаем воды. Перемешиваем тщательно и ставим тушиться на 1 час. Это мясо по королевскому рецепту. Доступно каждому. А пока рассматриваем, что здесь есть еще. Я, кстати, извините, глазастый, посмотрел вниз и увидел, что у вас здесь королевской посуды очень-очень много. Это все с королевского двора? Да, все с тех времен. Очень много вещей мамы до сих пор я храню. Особенно ценны для меня те, что она шила сама. Ваша мама шила сама? Да, в королевских семьях шитье было традиционным и обязательным занятием для девочки. У нас считается, что королева, принцесса вообще не делает никакой физической работы, и она вообще как бы из другого мира. Вот даже, знаете, в сказках детских такое было, что только на троне сидит или во дворце. У нас раньше умели шить только члены королевских семей. Потом они учили свою прислугу,
А теперь это уже умеют все. Очень многие, насколько я слышал, представители ваших бывших королевских династий пошли в политику. Почему вы не пошли в депутаты или куда-нибудь в парламент? Вот не было такого желания? Вы же почитаемый, уважаемый человек. Могли бы пройти. Меня тоже это ждет в будущем. А пока старшее поколение занимается политикой. Когда они уйдут, мы займем их место. У нас тут, наоборот, говорят, дорогу молодым всегда. А у вас предпочитают выбирать людей взрослых. Чтобы править, нужен опыт. А молодые его не имеют. К тому же молодые не любят трудиться. Вам 51. Во сколько же вы собираетесь пойти, если в 51 еще рано? Как Трамп в 70? Или как Байден в 78? По моему мнению, оптимальный возраст для политика – 50-70 лет. Уже есть опыт и терпение, чтобы слышать народ и помогать ему. В общем, тем, кто хочет попробовать кухню из королевской посуды, стоит поспешить к вам, потому что, возможно, скоро мы вас увидим в парламенте. 5 минут, и все будет готово. Пойдем пока к столу. Добро пожаловать к столу, к королевскому столу. 5 минут, и нам сейчас подадут по-королевски. Королевский обед и есть следует по-королевски. С видом на завораживающую красоту бывшего княжества. О, кипящее мясо. Класс. Видите? Шукрия. Ну что, друзья, протестируем? У нас есть такое выражение. Тает во рту. Рассыпается. И очень вкусно. Это все благодаря кастрюле из камня. Я обратил внимание, как вы едите руками. Короли ели руками? Да. То есть я тогда тоже буду, как и вы, руками заворачивать хлеб? Только суп ложками едят, остальное руками. Так как вы думаете, все-таки в чем секрет долгой жизни? Главное – органическая еда, меньше стрессов и чистая вода, как у нас из ледников. Очень вкусное мясо. Я теперь понимаю, почему это блюдо называют королевским. Вы знаете, на самом деле, зачем грустить о королевстве? У вас такая хорошая, спокойная жизнь. А были бы королем, столько было бы проблем, ответственности. А сейчас развиваете свой гестхаус, живете в таком невероятном месте и балдеете от жизни. Так что, может быть, и к лучшему. Да, вы правы. Это чудесное место, и здесь отличные гости. Королевский прием подходит к концу. И мне пора возвращаться к привычной жизни путешественника. В качестве символического подношения члену княжеской семьи я привез наши украинские национальные подарки. Возвращаю шапочку? Нет, нет, теперь она твоя. А, это для меня? Обменялись подарками, супер, спасибо. До свидания. Готовий до подорожей? Suzuki Jimny – це пригоди та безумовна свобода руху. Відкривай світ разом із Jimny. Смотрите в следующей программе. По этим вершинам феи спускаются в наш мир и приходят ко мне. Как человек может вступить в контакт с феей? Сказочные существа. Выдумка или реальность? Что это происходит? Я читаю молитву, которая призывает фей. Мы отыщем таинственную долину шаманов, чтобы увидеть, как шаманы вступают в контакт с духами и общаются с феями. Задать вопросы о том, что ждет нас с вами в ближайшем будущем. Когда окончательно мир забудет про коронавирус? Станет ли Зеленский президентом второй раз? Мы доберемся до самых сокровенных тайн долины Хунза. Здесь сплошная мистика. И найдем главное сокровище, которое продлевает жизнь. Это черный камень. Он очень редкий. Он помогает от всех болезней.